Ой. Всем привет, добрый день, здравствуйте, а точнее добрый вечер. Мы с Барсом приветствуем вас на нашем канале. Вечер, центр Москвы. Мы идем гулять. А куда? Куда мы, Барсик, идем гулять? Конечно, на Патриаршие пруды. Пойдемте. Такое вот чудо у нас здесь растет. Что? Туда можно пойти вечером с собакой. Недалеко от дома. Ну, конечно, на Патриаршие пруды в нашем случае. Тусовочное место. Очень, кажется, богемное. Или там, как его правильно назвать, я не знаю. Я не знаю, что у меня тут снимет телефон. Но что-нибудь, наверное, снимет. И пыталась я настроить камеру. Все равно у меня фонари плывут. Фонари у меня плывут. Видео получается нечеткое. Я не знаю почему. Я очень давно не была на Патриарших вечером. Полиция на всякий случай крутит свои мигалки. Thank you.
Ну давайте отдохнем. Ну, как-то да, как-то вот так. Памятник Крылову. В общем, как-то с режимом ночной съемки у меня ни на старом, ни на новом телефоне как-то не задалось. У меня. Поэтому свадьбу.
домой. Я иду просто какой-то чего. Я не понимаю, почему люди сюда идут? Что здесь такого тусовочного? Правда, не понимаю. Улица как... Ой, господи, улица как улица. На телефон стал снимать более-менее сносно. Пошли. И что? Вот мы с вами прошлись по вечерним патрикам. Говорят, что днем это патриарши пруды, а вечером они превращаются в патрики. Мы с Барсом. Барсу плевать на все эти понты, да, Барсик? Ему бы вот, он может и лапку поднять на вот такой красивый, красивый дом. Правильно, Барс? Не это самое главное в жизни, да? Не понты, уж точно не понты. Давай перейдем в ту сторону. Пошли.
Владимир стоял. Ну проехал он, ну вот проехал, вот с музыкой и... Говорил, что я не Эй, фу! Ты чё там? Грызёшь? Нельзя. Вам, пожалуйста. Я где-то читала, что Патриаршие пруды, вообще Малая Бронная, скоро уступит по своей вот этой прогулочности и понтовости Большой Никитской, Малой Никитской. Вон там будет вся эта тусовка проходить теперь скоро. Ну, посмотрим. Поживем, увидим. Я давно не была на Патриарших вечером. И еще, наверное, долго не пойду. Единственная польза этой прогулки — то, что Барсик погулял. Ну, он, по-моему, тоже не рад. А это все тот же аист. А это вот кафе, по-моему, как я слышала, принадлежит братьям Березуцким. Я уже об этом говорила на своем канале. Показывала уже. Честно, не помню, кто они, футболисты, хоккеисты. Пошли, Барс, давай быстро. Барсик, ты тоже хочешь пообщаться, да? Тоже хочешь пообщаться? Ай! Хорошая собачка, да? Ну, пойдем домой.
всегда думала, как эти лошади выглядят. Когда я здесь жила, я часто по ночам слышала цокот копыт. И все время думала, где эти лошади вообще живут. И вот, наконец, я их увидела. Идем, Барс, ты сейчас их, наверное, испугаешься. Да? Ну, конечно, лошади в центре Москвы. Еще бы. Угу. Домой. Домой. Ну вот, мы с Барсиком уже идем домой. Всем огромное спасибо за просмотр этого видео и за внимание к моему каналу. Я благодарю вас за то, что вы со мной гуляете по Москве, за то, что со мной ездите в другие города. Всем вам здоровья, благополучия, удачи всем!